привет, вы на канале Я Следующий Каблок. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и встретимся с вами на YouTube. Дети гуляют. Леша снимает видео, а Макс за ним ходит. Смотрите наши ролики на YouTube. Утром. Хотите, я вас развеселю? Мы живем в 21 веке, а у нас до сих пор машинка здесь в Египте. Полуавтомат. В одну часть машинки. Вообще такие машинки видели когда-нибудь? Мне кажется, современная молодежь, которая живет уже сейчас давно, она не видела даже такие машинки. Видите, набирается вода сюда, а во втором отделении это все отжимается. То есть мне, чтобы постирать, нужно где-то час тратить, потому что я сначала наливаю воду, засыпаю порошок, это стирается, потом это все это сливаю, потом заливаю воду снова, чтобы это все прополоскалось, снова воду сливаю, потом я подхожу, 15 все это делается, да, там 15 минут стирается, 15 минут полоскается, потом я снова сливаю воду, перекладываю вещи в это отделение, и потом только уже выхожу для того, чтобы как сказать, отжимать, вот. Я сегодня готовила еду, которую быстро все съели, да, не успела снять сам процесс. Это драники. Значит, смотрите, сюда входит батат, баклажаны, лук, мука и вода, немножко соль, и все. Ой, не баклажан, простите, кабачок, конечно же, кабачок. Если бы у меня было яйцо, я бы отжимала воду лишнюю и делала бы с яйцом, но у меня не было сегодня яйца, поэтому я не отжимала лишнюю воду. Остался у меня кабачковый сок. Все это приготовится. Сейчас у нас еще готовится пирог в духовке. Маник. Надо включить сейчас плиту, чтобы он немножко доготовился. А то он немножко начал подсыхать. А вообще, напишите, пожалуйста, как быстро вы съедаете продукты, которые закупаете на неделю. У нас вот Паша съездил в Шарм-эш-Шейх, получается, 4 дня назад. И мы практически все съели. У нас остались только гранаты, макароны, пачки остались. Ну, такие, знаете, сухие. Там... А вот манго, например, все съели, овощи все съели, фрукты тоже, печеньки тоже все съели. В общем, все самое вкусное мы подъели, остались вот гранаты, потому что их было много, действительно. И остались макароны, ну, как-то скудненько. Поэтому сейчас идем закупать холодильник, чтобы какие-то овощи были, готовить еду. Смотрите, кто-то мне писал, что у меня здесь вьются на огороде арбузы. Я не знаю, что вы были правы или нет, но это действительно что-то есть, какой-то плод, и он действительно вьется. Я не знаю, что это такое, потому что здесь несколько таких штук. Они висели у меня на веревках, я их связала все с веревок, пустила по земле. Я не знаю, что это, действительно ли это арбуз. Вот такие вот листочки, смотрите. Такие вот листочки. Что получится, посмотрим. А дерево-то вот цветет, видите, вот цветы. Ну вот мы идем гуляем. И видите, это небольшая мечеть. И около этой большой мечети там пасутся овечки и козочки, тусуются и там... Бедуинские дети играют, все это так вот, вот так происходит. Да, Паш? То есть у них жизнь настолько упрощенная, что здесь все вместе, все одно. Да, Максик? Максик на коляске едет у нас стоя. Вот мы пришли в центральную площадь Аслы. Это вот центральная улица, которая ведет на выезд из города. Здесь такие дельфины есть. Сейчас дойдем до аптеки. А это вот центр. Здесь немного магазинчиков, но основные продукты покупаются здесь. Есть еще улицы, торговые ряды с всякими украшениями, одеждой. И так далее. Там большой рынок. Но это немного разные. Для тех, кто когда-нибудь будет в Дахабе, здесь есть такая аптека, называется Доктор Эрками Фармаси. А здесь работает доктор. И здесь аптека с самым выгодным ценам, которые есть в Дахабе, ну, по крайней мере, которые у вас или есть. Вот, мы туда заходим. Можно немножко снять, как ты думаешь? Вот, заходим, здесь есть все вообще, здесь есть все, здесь от порошков до различных штук, до салфеток, памперсов, игрушек для детей. Видите, вот все есть вообще, все, что хотите. Детское питание здесь есть, есть всякие крема, шампуни, бальзамы, гель для душа, ватные палочки, все эти вот станки бритвенные, жилет. Кстати, видите, то есть не просто так. Oral-B, щетки зубные можно здесь купить, все, в принципе, так нормально, то есть... Все есть. Все, что хотите. Зубные пасты. Зубные пасты. И много-много всяких различных лекарств. Потому что это все-таки аптека.
Вот у них здесь пока сам аппарат, то есть все с ценами, они не выдумывают цены. Есть продукция косметики Гималая, Johnson's Baby, Garnier. Ну, в общем, все привычные бренды, в общем, можете найти. Здесь хороший бренд, говорят, вот этот вот местный. И какой-то еще, не помню, вот Asis, что ли, Фарма. Угу. Так что вот. Кстати, около этой аптеки есть National Bank of Egypt, Национальный банк Египта. Здесь интересный банкомат, видите, с двумя такими вводами для денег. Здесь он выдает деньги, то есть вы можете прямо здесь, в этом банкомате, поменять доллары на египетский фунт, ну или евро там. Кондоминиум, Moon House называется, в центре Асла находится. Постелили в этом году газон, посадили деревья, так миленько стало, красивенько, мостик такой сделали. У них выход прямо на море, вот, видите, у них есть дверь, и вот он на море выход. Квартиры тут в аренду сдаются, долларов 300, 400, 500 стоят. Новое все. Давай, спускайся. Спускайся. Солнце мое. Идем гуляем, ходим гуляем, гуляем. И у нас Максик очень любит бассейны. Он зашел, увидел бассейн, пошел посмотреть бассейн. Есть такой Coral Costa Hotel. Хороший отель, кстати, с бассейном на пляжике. Очень уютненько. Здесь есть своя кафешка, пляж. Все чистенько, аккуратно. Рядом с туристическими местами, с так называемым, где место для ныряния, лайтхаусом. И там вот в той стороне, опять же, горы. С Пашей пошли смотреть бассейн. Водичка. Бассейн какой, да? Какая голубенькая водичка в нем. Мне сейчас не очень понятно, зачем на берегу моря бассейн, когда ты так красиво. Ой, как тебе нравится, да? Нравится бассейн тебе. Ты хотел бы туда окунуться сейчас, да? Но мы будем в море купаться, хорошо? Тоже здесь хлорка добавлена. Чего туда нырять, зачем? Тебе очень нравится, да? Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Помощник? Ты помощник? Ты помогаешь папе нести продукты, да? Помогаешь нести продукты папе домой? Ну неси давай, да и неси. Папа коляску повезет. Вот какой большой мужчина уже помогает нам с продуктами. Вот ты какой. Силач, Максик, силач. Вот, бабушки, полюбуйтесь, какой у нас Максик силач. Что, устал? Отдохнем немножко? Еще понесем? Давай еще понесем. Ох, тяжело. Непростая эта работа из болота тянуть бегемота. Так, вот пришли ребята, они из каучсерфинга и скоро заселятся у нас. What is your name? Ali. From Giza. And you? I am Amr from Giza also. Amr from Giza. Yeah. И ребята пришли познакомиться, они первый раз на коучсерфинге, и сейчас мы пришли пообщались, но Макс не может заснуть. We don't understand anything we are saying. Да. Мы попили чай, посидели, и сейчас мы пойдем, okay, let's go. Let's go. И сейчас мы пойдем погуляем. Ну, вот, потому что Макс никак не может заснуть. Прогуляемся, пообщаемся, еще очень классные ребята, позитивные. Мы про них потом побольше расскажем. И вот еще раз заселимся, так что... I forget the icebox. Все. And when you come to us? To us? Yeah. Yesterday. Yesterday. Yeah. Okay. Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Меня Савельченко Влог. Сегодня утро. Мы пришли тут по делам с Максиком. Он Максиком купается сейчас. И мы встречались с одной женщиной, которая занимается... у нее школа здесь на Хабе, русская школа начальная. Вот. И мы обсуждали с ней вопрос по факультативу, по видеоблогингу. То есть как внедрить, может быть, в учебный процесс этот факультатив.
Мы сейчас, кстати, находимся на лайтхаусе. Это лайтхаус. Как бы здесь такое место в Дахабе. Видите, там волны, ветер. А здесь никогда не бывает ветра. То есть единственное место, где можно покупаться при сильном ветре. Здесь будет достаточно комфортно. Вот и Максик здесь тоже купается. Да, Максик? Как дела? Максик. Скажи, hello, hello. Вот. Здесь сразу начинается глубина. То есть здесь нет кораллов вот в этом месте именно. А, поэтому достаточно комфортно. Вот. И будет рассматриваться вопрос вот по кружку видеоблогингу. Либо у нее в школе, либо параллельно. Я вот сейчас вот изучаю этот момент. Да? Все. Так что скоро будет кружок по видеоблогингу в Дахабе. Так что приезжайте. Сейчас пытаемся отойти от этого места. От лайта. Макс, короче, возит коляску. Уже вот заходит в каждой кафешке, в каждый ресторан, короче. И возит ее. Никак не могу с ним пойти. Ну, решил поработать сейчас пока. Посмотреть, вот здесь у Coral Costa. Здесь вот есть помещение достаточно большое. Вот такой вот здесь вид отсюда открывается. Большое помещение, где проводится много всяких мероприятий. Можно тоже, то есть для международной аудитории в основном. Только это на английском здесь говорят, ну и русские тоже проводят. То есть можно обучать всех, в принципе, и русских, и русскоговорящих, и английскоговорящих. Сейчас договариваемся на времени, цене. К нам гости. Он заходит! Чё дверь-то не закрываете? Дверь-то закрывать надо? Часовой. Ну, что ты ногами улетел? Муха. Муха-приставуха. Максик, пой песню. Меня не слышно. Слушай внимательно-внимательно. Музыку внимательно-внимательно, да? На Тиму смотри. Тима, какая песня там у него? Пёрышко. Любе. Пёрышко, да? Всем привет, вы на канале Супер Тимати. Подключай. Канал Супер Тимати есть в ссылке под видео. Подписывайтесь на его канал, да? Да. А сейчас вы смотрите канал «Много стран». И подписывайтесь, и ставьте лайки. И всем пока. Вы смотрите канал «Семья Саверченко Влог». Да. Извините. Так. Ну и все равно «Много стран» тоже здесь есть. Да. Под видео ссылка. Да. Нравится, все жут. Короче, у меня уже так же. Я это точно знаю. Я это уверен, кто-то точно. Блин, тебе честно. Ты снимаешь? Да. Ага, я пошел. Итак, всем привет, вы на канале... мы просто снимаем, у нас обычно только Максик в кадре, тут дети, смотрите, старшие. Вы на канале «Много стран»? Нет. Или «Семья Саверченко»? Влог? Я ему сейчас палкой дам. Это вообще моя снимается? Нет, моя. Всем привет! Вы на канале Семья Саверченко Блог. Да, и еще у вас есть канал под ссылкой под видео, называется Супер Тимати. Да, ребята, обязательно подписывайтесь. Ссылка под видео, мой канал Супер Алекс. Вам еще нечего рассказать зрителям нашим? Мне есть что рассказать, мне нечего рассказать. 300 миллионов лет спустя. Итак, мне рассказать не здесь чего. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик и все. Привет, зрители. Значит, неделя прошла хорошо, очень скромненько. Посмотрите кадры какие-то из нашего видео. Простите сразу за качество, мы снимаем в ночи. Вот это мои дети. Тум-т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 ум